Всем привет! Это мой видеоотзыв. Я прошла курс из 8 уроков «Говори эмоционально» у Лары Шум. Сразу могу сказать, что Лара просто невероятно яркий, классный, позитивный педагог, хоть и очень строгий. Хотя я считаю, что строгость обязательно должна быть у каждого педагога, чтобы они могли смело указать нам на наши ошибки и помогать работать над ними. До курсов с Ларой я училась еще и на других курсах по развитию речи. Однако именно с Ларой мы смогли понять, разобрать и найти мои ошибки, над которыми потом работали. В курсе 8 занятий, и для кого-то 8 уроков может показаться достаточно таким маленьким количеством для достижения своих поставленных целей. Я сама вначале так думала, что мне не хватит занятий. Однако, пройдя обучение где-то 1-2 занятия, я уже начала видеть потрясающие результаты для себя, и я была просто в восторге от этого. Много дополнительных материалов было. Каждый урок был очень интересный, яркий, запоминающийся, позитивный, а самое главное, очень полезный. Вот. Лара очень понятно объясняет, рассказывает материал. Если тебе что-то непонятно, Лара раз за разом будет повторять до тех пор, пока вы не поймете. И с каждым разом это будет объясняться с другой стороны, чтобы вам было более понятно. Что больше всего мне понравилось после курса, у меня остался результат, очень хороший, которым я до сих пор безумно рада. После, самое, наверное, даже приятное, что после курса, прохождения курса, у меня осталось много дополнительного материала, с которым я теперь могу работать самостоятельно, так как Лара все подробно объяснила и рассказала. Вот. Я очень-очень рада. До сих пор эмоции после курса очень-очень позитивные, классные. Мне невероятно понравилось работать с Ларой. И я надеюсь, что в будущем, Лара, мы с вами снова сможем пообщаться, поразговаривать, позаниматься, продолжить наше обучение. Еще раз большое вам спасибо и до встречи!